que estar em peito, põe. Подарила своей прихожанам прелюдию на хорал. То есть, когда бы они выходили из церкви, он бы фантазировал на органе на эту тему. Так и рождались хоральные прелюдии. В основе та же самая высотуля в огороде, а звучит теперь она уже совсем там. Самых гениальных, а точнее две из гениальнейших хоральных прелюдий, рассказать так, чтобы взрослые поняли, а дети поняли тоже.